Ну давай разбираем, что там получилось. Что, Димас, не так просто ты маленький динамик стал. Диффузор алюминия? Да. Удобно, видишь, загнул. Сейчас посмотрим, потом Андрюхе отвезем. Спросим, сколько ремонт стоит. Что, Андрюхе корзину отдать? Что, не соберет? Клумбу подцепил. Фонарь можно. Часы можно подключить. Фига прикольно. Бар можно. А чего уж там, диски можно сделать, колеса. А гараж 54 же делал. Делал? Да. Не из ГХЗ делал. Да, ГХЗ. Ну, по-моему, шайба с гнездом. Дерни или еще? Ага, почти. И под натяжки еще остались. Во! Нет, так а смотри, даже катушка почти вся на месте. Ее даже не сказать, что прям размотало. Потемнело просто, да? Ну. По-моему, не гарантия. Ну, наверное, нет. Смотри, она ходит. Горячая еще. Она двигается. И здесь расплавилась эта часть. Алюминий плавился, да? Ну. Как таз катушки. Да нет, смотри, сколько лет. Почти не сказал. Ну да, мы ошибались. Так что вас чуть-чуть слезло. Можно вытаскивать и вытаскивать. Не, ну в целом сказать, да, вот вайп, смотря столько лет, чего он только не пережил. Довольно, не, на самом деле довольно крепкий сап. Да, тем более в таких, конечно, его условиях, если еще мучить. Короче, не переворачивайте сабы и не ставьте их на пол. Да. Так будет долго, когда... Да. То есть не надо, когда вы короб собираете, динамиком вниз ставить его, ну, не рекомендуется. Но для тех, кто... Можно, но главное, на пол не поспирайте. На пол не ставьте. Все, всем пока.